Привет, ребята! Привет! У меня такая большая машина, которую я могу ехать по песку и даже по камням. Вау, круто! Показывай! Ух ты, написано «Монстр». Рома давно мечтал о такой машинке. Пультик. Это у нас пульт. Так, входим. Монстр выходит из глубин. Какая у нас тут машина. Она металлическая, с металлическими пружинами. Ого, опускаться может? Ого. Какая-то подвеска даже есть. Так, один монстр у нас уже появился. Ух ты. О, какая машина! Точно монстр! Она может так это преодолевать сейчас. Выкинул целую пару. Будешь ставить батарейкером? Все заняты. Пойдем катать на улицу машинку. Одну минутку. Закрутили. Ну тоже прикрутили, уже все. Ух ты. Мы вышли на улицу. Машинка. Она даже по траве едет. Ничего себе. Ауч. Рома. У нас отломались фары только что. Управляешь, Ромка? Ого, она даже едет по песку. Диана тоже решила поводить машину. Машина, оказывается, полноприводная. Диан, покажи. А в другую сторону. Вот такая крутизна. То есть она должна заезжать на всякие бровки. Давайте попробуем. Обалдеть. Взяла себе и заехала на бровку. Не каждая машина так заедет. Ох, класс. Да это вездеход. Ого! Настоящий внедорожник. Настоящий вездеход. Вот, смотрите. Вау!